Даже не знаю, кого мы больше кормим. Уток или рыбу. Все ловят, а мы кормим. Ура! Первый раз выходим из бухты под парусом. Отшвартовались вообще без мотора. Оператор не забывает рулить. Оператор не забывает рулить. Дети. Витя. Ведь смотри, гиком сейчас по голове даст. Вот оператор, не забывайте рулить, нам туда. Я туда и рулю. Как тихо выходим-то, а? Обычно тр-тр-тр-тр-тр. Да. Тишина и покой. Привыкли под мотором выходить. Ветра совсем мало. Шикарно выходить из бухты под парусом. Белл, прекратите, пожалуйста, подвинься. Белла не могут поделить с Олежкой место, козырное место на носу. Не получилось у нас выйти до конца под парусом. Ветер сдох, пришлось включать мотор. Серфингисты пытаются организовать себе ветер. Как-то у них это не особо эффективно делается. Они что, совками гребут? Реально совками грибут. Вот так, господа. Совок — универсальная вещь. Если нет весла, можно им грести. Волна будут. Олежка хомячит пиццу. Видимо, рулит, рулевой сегодня. Вот так низко здесь доходит на посадку. Шереметьево самолеты прямо над Пироговкой. Учебный бой. Одно из парусных школ, которые здесь на Пироговке. Белла, где? Внутри. Тьфу ты, блин! Витя! Офигеть! Это не смешно! Я сейчас жопку намочил. Да, там был ребенок, раз на носу сидел. Белла, ребенок. Окошко закрой, пожалуйста. И раз ребенка нету на носу, блин! Я
Я взволнована, что ты выпала с яхты. А ты просто, как сказать, продуманно запрыгнула в люк. Мне холодно стало. Ну, я просто смотрю, понимаешь, ты там сидела, и тут раз, ребенка нету на носу. Витя. По-московски. Это уже 15. Да. Холоднее. Вопрос стирки парусов отпадает сам собой. Да, что-то у нас расклинило. Ветер? Ветер поменялся вообще в другую сторону. Ничего себе. Круто. Яхтинг во время дождя. А вот и радуга. Ой, какая-то радость от природы за сегодняшний день. Главное, ветерочек неплохой был. Ну, был. Во время дождя. Во время прошлого дождя. А сейчас ветра нету. Еле телепаемся. Но радуга красотища. Красивая радуга. Вот здесь она продолжается. Правда, не так ярко. Вот, в ресторане Новый берег. А чуть дальше. Но там начало у нее более такое яркое, красивое. Да, прямо от пляжа начинается. От пляжа и до Нового берега. Мы пытаемся поймать ветер. Да, ну, если не ловится, то дуем сами. Дождик, все моросит. Не знаю, вот в воде видно. Ну, хотя бы солнышко выглянуло. И то приятно. Ну что, мотор идем в бухту? Ну, давай под парусом уже доползем. Ну, что-то мы как-то больше стоим, чем идем. Опять дождь, все возвращаются в Ореховую бухту. На входе здесь многолюдно весьма. Дождь чего-то не прекращается. Мы в последнее время приноровились парковаться под парусом. Но в последнее время нам с ветром везет. У нас задувает. Да. Да. Так, Бел, ты плохо справилась с канцем. Что, не выбросил? Просто с той стороны ветер пришел. Идем заново. То есть не заново, сегодня мы снова будем парковаться под парусом. Не очень аккуратно мы припарковались сегодня без мотора под парусом. Полностью мой косяк, потому что я была на руле. Немножко я цепанула бортом вот эту вот трубу, к которой веревка привязана. К счастью, она у нас обмотана теплоизоляцией для труб. Поэтому никаких следов не осталось.